держим. Ну, девчонки, ладно, отдыхают, а ты делай. Силовые, кардионагрузки, дыхательная гимнастика, упражнения на выносливость. В парке «Юбилейный» собралась группа желающих совершенствовать свою грацию и пластику. На открытом воздухе больше нравится, интересно, энергии больше вот от земли, от природы, не знаю, от всего. Что здесь планируете, подкачать? Все, попу, все, все мышцы. Занятия проходят два раза в неделю, абсолютно бесплатно. С собой коврик, вода и отличное настроение. Разные направления имеются. В основном это силовой тренинг, функциональные тренировки. То, что у нас без оборудования тренировки проходят, мы все равно стараемся по максимуму включить все основные группы мышц. Спину, ноги, какие-то дыхательные техники. Парк «Юбилейный» – это огромная зеленая территория прямо посреди города. Кстати, это самый большой парк Барнаула и, пожалуй, самый заброшенный. Во всяком случае, таким он был до этого года, когда общественники и жители-энтузиасты принялись возрождать «Юбилейный». Здесь периодически проходят субботники, волонтеры косят траву, пилят аварийные деревья. Сейчас зеленая зона требует к себе повышенного внимания, нужна инфраструктура. Но то, что сюда начали приходить горожане и заниматься спортом, уже огромный плюс. И знак для всех, кто считает «Юбилейный» неживым. Во всем мире парки служат для общения людей, для создания сообществ по интересам. И это должен быть парк, в котором будет интересно и с семьей погулять, и с девушкой, и уроки прогулять, и прийти после студенческой какой-то тусовки сюда. Мы думаем, здесь все будет. В следующем году здесь начнут обустраивать тропинки. На это выделены федеральные средства. Ну а пока вперед за отличной формой и новыми знакомствами. Ирина, очень приятно. Владимир. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.